ну-ка выпьем, храбрые вояки, друзья, сержанты, братья, денщики. Не для тоски хмельной, не ради драки, а для того, что пить не дураки. К тому же тост готов, достойный веком, я предлагаю выпить за того, о ком забота наша и опека на данный час для нас важнее всего. Воу-воу, за человеком, да-с, и только за него. Кто, как не он, сквозь бурные потоки, стремясь из мрака к свету напрямик, почти один в немыслимые сроки всего добился и везде проник. Кто, как не он, кругом засеял злаки, освободил секреты от оков, открыл металлы, выдумал ден знаки, предугадав величие кошельков, каков вид сын макаки. Ан дорос до облаков, пересеки леса, поля и реки, любые факты к делу привлеки. Кто, как не он, открыл библиотеки, открыл аптеки, создал парники, не говоря уже про крылья руки, про вместо сердца дизель на песке, да поместим его в музей науки, и вся Европа хором скажет кес-кесе, вот это трюки, и застынет в столбнике. Плюс ко всему, среди трудов великих, он ни о ком не думал свысока, и даже нас, бездарных и безликих, определил в известные войска. А посему разгладим наши хаки и на века прибудем на чеку. Кто, как не он, сидит у нас в бараке, кто, как не мы, приставлены к замку, ку-ку ему салаки, нам конфеты коньяку.